Каждое утро вносит в нашу жизнь что-то новое. Теперь получить кредит можно быстрее, чем остынет ваш кофе. 17,5% годовых до 250 тысяч рублей за 15 минут. Восточный экспресс-банк. 8-800-100-7-100. Мягкая корпусная мебель эконом-класса. Качественно, стильно и без лишних затрат. Мебельная галерея. Улица Некрасова, 15А. Строение 1. Здравствуйте! С прогнозом погоды вас знакомит Ксения Озёмко. Прогноз погоды проходит при поддержке Восточного экспресс-банка. Если вам нужно больше, а время не ждет, вас выручит кредит от Восточного экспресс-банка. Кредит на любые цели за считанные минуты. Куйбышева, 103. Мягкая корпусная мебель производства России. Магазин «Мебельная галерея» на Мегабазе. Улица Некрасова, 15А. А теперь о погоде. Завтра над Уралом будет формироваться очаг высокого давления. И на большей части региона вероятность осадков ожидается небольшой. Исключение составит лишь Предуралье. Над западными склонами гор уже появятся облачные поля нового циклона. И здесь опять будет сыпать снег. В Екатеринбурге, Тюмени и Челябинске без осадков. Температура днем от плюс 2 до плюс 5. В Кургане ночью переменная облачность без существенных осадков. Ветер западный, северо-западный 3,8 метров в секунду. Температура воздуха минус 8, минус 10. Днем в Кургане переменная облачность без существенных осадков. Ветер западный, юго-западный 4,9 метров в секунду. Температура воздуха плюс 2, плюс 4. Атмосферное давление будет расти. 30 марта солнечная активность и геомагнитное поле спокойные. На этом я прощаюсь с вами. Всего доброго!